Вот тебе и на. А как дальше-то пройти? Заборов тут наградили. Друзья, смотрите, какие там красивые сочные курочки сидят. Какие же они сочные, перья да кости. Вот бы из них жаркое приготовить. Толстый, ты опять только о еде думаешь. Тут за забором собачья конура, и собака спит. Мелкий, а что если тебе в этой конуре пошарить? Может там есть что-нибудь вкусное? Пошарить-то можно, а вот если собачка проснется и грызанет меня? А ты натрави ее на кошку. Какую кошку? А вон там в кустах спит. А это идея. Нету в конуре никакой еды. Жаль, зато как круто мостик мы построили. Как же нам перебраться на тот берег? Вижу лодку. А вон и лодочник. Давайте ему позвоним. Что он сказал? Думаю, ничего хорошего. Давай еще позвоним. Не отвечает. Надо лезть наверх и отремонтировать электрощитовую. Меня током шибануло. А ты зачем оголенные провода трогал? Починил. Пойдем еще позвоним. У этого чудика просто управление не работало, вот он и горланил. О, канатная дорога, сейчас покатаемся. Мой любимый вид транспорта. И вдруг панды увидели охотника. Как же спастись? На счастье, длинный нарвал кокосов, чтобы от него отстреливаться.